В одном из ведущих вузов республики проходит очный этап Олимпиады с символичным названием «Надежда электротехники Чувашии». В числе финалистов около 300 учащихся школ, СУЗов и вузов республики, других регионов страны. Все они действительно кадровый резерв электротехнической отрасли. Эти школьники и студенты техникумов и колледжей всерьез увлекаются электрооборудованием и видят в нем свое будущее. Старт профильной Олимпиады был дан еще в 2016 году. Она стала межрегиональной. В ней участвуют ребята из Башкирии, Нижегородской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Так будущие работодатели поднимают статус технических профессий. Ученые и практики системно занимаются ранней профориентацией. Соглашение о сотрудничестве подписали ЧГУ и старейшая в области электротехники предприятия. Такие олимпиады в партнерстве с реальным сектором экономики мало в каких регионах проводятся. Они учреждают призы, они предоставляют целевые места. Наши партнеры закрепляют наставников за нашими студентами. Мы со школы показываем ребятам их путь через университет, сквозь университет на очень интересное, высокооплачиваемое рабочее место. Тот драйв, который дает университет, и та помощь, которым мы оказываем в процессе обучения, сделает из вас профессионалов. Победители и призеры Олимпиады будут получать именные стипендии все 4 года обучения. Об Олимпиаде «Надежда электротехники Чувашии» я узнала от учителя физики и решила попробовать свои силы. Получить новый опыт и понять, каково это вообще участвовать в таких олимпиадах. Я пришел сюда, чтобы выиграть Олимпиаду и поступить в ЧГУ. Ребятам предстоит выполнить несколько заданий, в том числе по математике и физике. Итоги Олимпиады станут известны в конце недели.